Привет, я Эден, и я расскажу вам, что израильтяне думают о русских. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вы подписались? Спасибо. Начнем с некой предыстории, которая поможет вам глубже понять эту тему, потому что тема совершенно непростая. Что такое вообще Израиль? Израиль — это маленькое государство, которое находится на Ближнем Востоке. Государство Израиля очень молодое, оно было основано всего лишь в 1948 году. На сегодняшний день его население составляет 9 миллионов. Это население выросло очень быстро благодаря постоянной крупнейшей эмиграции, а также высокой рождаемости. Но почему сюда все время эмигрируют люди? Дело в том, что история еврейского народа в Ветхом Завете гласит о том, что еврейский народ сформировался именно на этой земле, где сейчас находится государство Израиля, во второй тысячи до нашей эры. Но, увы, с 597 года до нашей эры началось изгнание еврейского народа в Вавилон. И с тех пор евреи все время хотели вернуться на эту землю. И если мы прочитаем средневековые шедевры различных еврейских поэтов, то мы увидим, что эта мечта вернуться на эту землю никогда не покидала их. Я не хочу превращать это видео в скучный урок истории, но нам надо понять несколько вещей. С 19 века начинаются огромные иммиграции на территорию Израиля, перед тем, как тут еще было государство Израиля. И важно, чтобы вы понимали, что ни одному иммигранту, который приехал на эту землю, не было сладко с самого начала. Люди всегда относились плохо к иммигрантам, которые приехали на эту землю. И каждая иммиграция служила тому, что те люди, которые тут были раньше, их образ жизни поднялся вверх с помощью новых людей. Например, я приехала в Израиль в конце 19 века, и я работаю очень-очень тяжело на каком-то там заводе. И вот вторая миграция приезжает, то я больше не буду работать руками, я буду теперь менеджер завода, а подо мной будут работать вот эти новые эмигранты. И дискриминация всегда была, и расизм был, еще как был. Например, эмиграция, которая приехала сюда в 50-х годах, для нее тут вообще не было места. Страна не была готова их принять. Она очень хотела их принять к себе, потому что хотелось, чтобы тут было больше евреев, чем арабов. Но у страны не было средств принять эту иммиграцию, и они просто запихнули вот этот новый народ в всякие там дыры, и они жили в огромной нищете. И вообще, большинство народов, которые в то время было в Израиле, они были европейцы. А вот люди, которые приехали в 50-х годах, большинство из них, они были там, например, в Марокко и всякие другие страны африканские. И вот эти вот европейцы, как всегда, конечно, на иврите говорят «европоцентриют», но не знаю, как на русском, когда европейский человек думает, что он лучше других. В общем, страна Израиля, она совершенно непростая страна. В этом плане тут все очень запущено. Когда приехала вот эта вот иммиграция из африканских стран, Марокко и так далее, то европейцы немножко боялись этой иммиграции в том плане, что они видели в них необразованных и невоспитанных людей, вообще культуры разные очень были, и они боялись, что вот эти вот марокканцы новые, они испортят страну. И в то же время марокканцы тоже не были совсем довольны своими друзьями-европейцами, которые тыкали им, где работать, где жить и сколько зарабатывать. Но мы с вами здесь собрались, чтобы поговорить о крупнейшей иммиграции из стран Советского Союза в 90-х годах. Эта иммиграция была совершенно не похожа на другие иммиграции. Еще важно, чтобы вы знали, что хотя многие вам расскажут по-другому, но любая иммиграция, которая приехала сюда, да, некоторые из них были сионисты. Например, в 50-х годах люди, которые приехали, они были очень-очень религиозные. Но всегда, всегда люди сюда хотели приехать, потому что у них была такая романтизация в голове, что земля Израиля, она совершенно пуста, и что земля ждет их, чтобы они ее обработали, и они станут тут богатыми и будут жить тут очень счастливо. Они это думали, потому что все поэты и авторы
они, ну, еврейские, они всегда писали, ну, они писали о романтике, у них была романтика такая про Израиль, они писали в своих книгах, что тут просто прелестно и что земля их только ждет, но на самом деле тут не было так. Арабы нас не ждали здесь, на этой земле, и они вообще не были довольны, что мы приехали сюда. И земля тут тоже не была совсем простая, чтобы ее обработать. Да, были еще разные причины, например, менее романтичные, как нацисты, которые были в Европе, и антисемитизм, и так далее. Но хотя бы когда я была маленькая, приехала в Израиль, то в необразованных кругах принято было думать, что все... Абсолютно люди, которые когда-нибудь приехали в Израиль, приехали из-за сионизма, из-за иудаизма и любви к этой земле. Но вот русские приехали сюда пить водку и кровь хороших евреев, которые живут на этой земле. А теперь вернемся к нашим любимым русским. Кто они, эти русские, которые приехали сюда с 90-х годов по 2000, в общем. Я тоже приехала сюда 99-го года, но я уже как бы поздняя эмиграция этой большой волны. Сначала, когда развалился Советский Союз, и люди не знали, чего ожидать завтра, был кризис политический, экономический, социальный, то люди боялись своего будущего, к тому же антисемитизм стал больше в стране. Самое большая причина, я думаю, о которой никто не говорит, это то, что США вдруг не хочет больше получать к себе русских эмигрантов, но Израиль их ждет с огромными объятиями и еще хочет им дать немножко денежек, чтобы им было легче тут в начале. И поэтому сюда едут очень много русских эмигрантов, но эти эмигранты, они отличаются от других эмигрантов, потому что большинство из них образованные люди с академическими профессиями, кто не с академическими профессиями, то с техническими профессиями. Они очень умные, они очень культурные, и я это говорю не потому, что я русская. Это так, и это пишется в книгах истории и социологии. Так что поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Сейчас вернемся немножко обратно в ранние волны эмиграции. Когда люди сюда приезжали до 60-х годов, то она очень старалась отобрать идентичность этих людей и превратить... Ну, в общем, чтобы они не были там европейский эмигрант или там марокканский эмигрант, неважно, чтобы они стали израильтянами, чтобы они не говорили дома не на идише, не на ладино, и, конечно же, гевальд не на своем арабском или своем там польском, русском, неважно какой язык. И, в общем, люди, это называется шлилат галут на иврите, люди хотят забыть о своем историческом изгнании, они думают, что то, что они были изгнания, это знак какого-то там... какой-то слабости. Государство меняло им имена, и это был огромнейший стыд говорить не на иврите. Репатриация 90-х годов совершенно другая. Люди сюда пришли очень гордые. Люди, которые не хотят забывать ни свое прошлое, ни свою культуру. Они начинают открывать тут свои газеты, свой ТВ-канал, они строят свои сообщества, и, в общем, они отделяют себя от общества израильского, и они чувствуют себя выше израильтян, а израильтяне в то время чувствуют, что они не совсем рады этой репатриации, и огромнейшая причина этому — это то, что вот эти вот репатрианты, они приехали из атеистического государства, государства, которое запрещало им иметь какие-либо дела со своей религией. Они не росли дома как евреи, хотя они евреи по галаху, но они не росли дома как евреи, они не соблюдали обычаи еврейские, и многие из них, большинство из них, вообще не знают ничего о еврействе. К тому же, прибавьте то, что евреи женились не на евреях, и
Поэтому примерно 30% приезжих были вообще не евреи по Галаху, просто женились на евреи и поэтому могли сюда приехать. И это очень злит израильтян, но не всех, конечно. Особенно религиозных израильтян, особенно израильтян в периферии. И, в общем, дела идут не гладко, и чем дальше, тем хуже, потому что в начале 90-х люди приезжали образованные, но к концу 90-х люди приезжали уже менее образованные, менее евреи. И так вот ситуация ухудшалась и ухудшалась. Я напомню вам, Израиль — это еврейское, демократическое, очень смешно, государство. Так что же у нас получилось? Большинство евреев, которые живут в очень-очень молодом государстве, которое прошло очень-очень много, и примерно 1 000 000 новых друзей, которые, может быть, по Галаху евреи, но гевальд, они любят кушать сало, сало. И они любят поесть хлебушек на Песах, и они совершенно не постятся, когда надо поститься. А, секундочку, сейчас мы приезжаем к самому интересному. В 90-х годах начинается явление торговли женщинами. Эти женщины являются русскоговорящими из русскоговорящих стран Молдова, Украина, Россия. Этих женщин забирают из страны и привозят их в Израиль, в границу Египта, то есть вне закона. Эти женщины страдали от очень тяжелого физического насильства, они почти не зарабатывали деньги, и они не были проститутками, когда они жили в своей стране. И до конца 90-х годов страна Израиля совершенно игнорирует это дело, и только в 2000 году вышел закон, что нельзя торговать женщинами. Это очень грустная, тяжелая тема, но мы не будем о ней говорить сейчас. Но что же мы в итоге получили из всего, что мы теперь знаем? Нет такого, что весь Израиль думает, что это одно. Есть израильтяне образованные, есть необразованные, есть которые в правом крыле, в левом крыле, за арабов, против арабов и, главное, против евреев, которые за арабов. Это самое главное в этой стране. Если вы в Израиле больше, чем 10 лет, то я уверена, что вы встречались с такими понятиями, как вонючий русский, все русские проститутки. И самое любимое, возвращайтесь в свою Россию со своей водкой. И все такое. Но я хочу сказать, что я в 10 лет приехала в Израиль в 99-м году. И я жила в Бершеве, это на юге страны. Но в 20 лет после армии я переехала в Тель-Авив. Тель-Авив — это совершенно другая страна. Она не касается других городов, она совершенно другая, она либеральная страна. Ну, в общем, Тель-Авив — город либеральный, тут плюрализм, тут религия совершенно не играет никакой роли. И за это я люблю очень Тель-Авив. И с тех пор, когда я приехала сюда, мне было 20 лет, то я вдруг поняла что-то другое. То, что я видела все свое детство, меня обзывали неоднократно. Вонючая русская, возвращайся в Россию и так далее. Да, вот так вот я росла с 10 лет. Но когда я приехала в 20 лет в Тель-Авив, то вдруг люди, которые узнавали, что я русская, они хотели мне поклоняться. Вдруг я поняла, что тут, в Тель-Авиве, быть русской — это быть богиней. Потому что здесь, в Тель-Авиве, совершенно другое отношение к русским. И это касается того, что здесь люди совершенно другие. И главное, здесь люди образованные и нерелигиозные. Сегодня, например, когда люди слышат, что у Аннабель, моей девочки, которой 4 года, у нее 4 кружка в неделю, то они говорят: «О, это русское воспитание!» Потому что русские известны тем, что им важна культура, им важно образование. И если ты русский, и ты не пошел на факультет медицины или не учишь математику в университете, то ты не настоящий русский, и, наверное, тебя лишат твоего наследия. И я уверена, что во всем мире, но в Израиле тоже, русские девушки известны тем, что они самые красивые девушки на свете. И был такой мем, который много лет был в интернете, где вы видите маму молодую и ее дочку маленькую,
И они сидят в кафе, и дочка ее спрашивает: «Мама, а что такое уродливая?» А мама ей говорит: «Не знаю, сладкая моя, мы русские». Ну, в общем, это было на иврите, это звучит по-другому, но... Если ты родила и вернулась в свой обычный вес и тело, то, конечно же, это потому, что ты русская и потому, что у тебя гены. Кстати, я не хочу, чтобы вы мне писали: «Ой, нет, я живу там в Ашкелоне, и ко мне так хорошо относятся». Я не хочу обобщать, я не говорю, что в периферии все люди плохие и религиозные, и очень узко мыслят. Но просто я хочу сказать, что я живу в Тель-Авиве уже 10 лет, и я ни разу не слышала что-то плохое в сторону русских. Никогда, никогда, наоборот. Также, может быть, за 10 лет что-то изменилось. Кстати, напишите мне, если изменилось или нет. И я буду рада, если это изменится, но я знаю на 100%, что это не совсем изменилось, что все равно вот религия играет очень большую роль. Знаю много людей в периферии. Это только в периферии может случиться, потому что вот родителям Бареля совершенно не важно было, если мы будем жениться с раввином или не с раввином. Но в периферии есть такое, что если там русская девочка и израильтянский мальчик вместе, то если девочка не еврейка по галаху, то родители этого мальчика не захотят взять ее в семью. И это просто отвратительно. Отвратительно, что религия может сделать с человеком. И поэтому до сих пор люди делают гиюр, потому что большинство русских людей, которые делают гиюр, они делают это не для того, чтобы ходить в юбочках и быть очень-очень евреем. А не все, конечно, может быть, есть такие, что да, но большинство их нет. Они делают это для бумажки, чтобы у них была справка, что они евреи и что с ними все в порядке. И я уверена, что это изменится когда-нибудь, через 50 лет, может быть. Но если это будет раньше, то я буду только счастлива. Еще русские известны тем, что они очень хорошие работники. Я не знаю, как это на русском сказать. Мусав авода гаво. Это когда человек... Когда ты нанимаешь человека, и ты знаешь, что ты можешь на него полностью положиться, что он сделает эту работу на самую лучшую сторону, что он всегда придет на работу, и что он не лентяй, в общем. И, наверное, и это не редкость. Наверное, сегодня уже меньше, чем это было в начале 90-х. Но когда человек приезжал сюда с профессией, например, он хирург, доктор или инженер, но... И ему, допустим, 50 лет, и ему трудно очень выучить иврит, поэтому он не идет работать по своей профессии, он идет подметать улицу или что-то в этом роде. И это именно у русских есть такая характерность, что неважно что, они пойдут и они будут добывать этот хлеб. Русская кулинария. Русская кулинария совершенно не зашла в израильский канон, так скажем. Я неоднократно встречала людей, которые были очень испуганы после того, как они, например, были приглашены на новогодний ужин у своих друзей. Там на столе они встретили очень странную порцию, розовенькую, с селедкой. Это очень смешно слышать, они этого так пугаются, они не понимают, что это такое, почему это розовое и почему там селедка. Селедка вообще не очень любимая в Израиле. То есть, смотрите, как я вам сказала, Израиль делится на группы. И да, вот есть люди, которые обожают селедку, даже если они не русские. Ой, ой, а холодец, холодец. Холодец — это самое страшное блюдо, что есть на свете. Ну и вообще, израильтяне уверены, что в любую порцию... мы кладем майонез, хотя, может быть, это и правда. Но, кстати, смелые израильтяне, как мой муж, если они попробовали пельмени и борщ, то, наверное, они это полюбят, потому что мой муж обожает борщ. Мой муж йеменец, кто не знает. Он обожает есть борщ, который я готовлю с очень-очень большим количеством чеснока. Еще он любит пельмени тоже. Алкоголь. Израильтяне не совсем понимают в алкоголе. Я не знаю, если россияне тоже, но, в общем, я люблю, когда я не беременна, выпивать по бокалу вина, когда я кушаю, пусть это будет обед или ужин. Мне не важно, хоть на обед и на ужин. Я обожаю вино, я пью вино в количестве, в том количестве, что его пьет француз. Я не помню точные цифры, но французы выпивают, один француз за год выпивает примерно 40 литров вина, а израильтян
внимание, выпивает меньше, чем 5 литров вина в год. В общем, как я вам сказала, русская дама, это богиня. Она богиня, она может все, она сильная, она не хрупкая. Но есть один минус, она обычно, у нее то ли отсутствует сердце, то ли оно немножко твердое. Потому что израильтяне, они очень теплый народ. Они любят обниматься, они любят сюсюкаться и так далее. А русские, вот, женщины иногда, они очень-очень нечёплые. В общем, если вы позволите мне сделать конечный итог, то я думаю, что в любом месте в мире, где люди необразованные и нищие люди, то они везде попытаются найти что-то плохое у другого человека, чтобы лучше чувствовать себя. Это одна из причин, из-за которых я очень люблю Тель-Авив. Здесь люди заняты своим успехом. У них нет времени на эти глупости. И еще главная проблема, социальная проблема в Израиле, это религия. А в Тель-Авиве ее нету, она отсутствует. А еще хочу сказать, что вот мне 30 лет, я выросла в Бер-Шеве, на юге стране. А брат Барреля, Баррель, он вырос в Тель-Авиве, он четвертое поколение в Тель-Авиве. И его брат, старше его на 10 лет, он тоже рос здесь, в Тель-Авиве, здесь, в центре Тель-Авива, где большинство европейцев. А на юге страны большинство выходцев из Африки и так далее. Потому что вот когда они приехали в Израиль в 50-х годах, то у Израиля не было места для них тут, в центре страны, или в Иерусалиме и так далее, или в Хайфе там. И поэтому их отослали в периферию, чтобы они там строили свои дома. И так получилось, что здесь больше европейцев, а там наоборот. И когда я была маленькая, то мне было очень тяжело там жить, потому что я была русская. Не только я была русская, я была еще без папы, из такой странной семьи, где нету папы, где нету кого-то, кто может меня защитить. И ругались на меня всякими вот этими вот терминами, которые я вам сказала в начале видео. А вот мой муж йеменец, и его брат, которому сейчас 40 лет, он мне рассказал, что когда он был маленький, то ему было очень трудно здесь жить между всеми европейцами. И когда он возвращался домой, йеменцы, они смуглые. И когда он возвращался домой, то он заходил в душ и пытался стереть себя этот цвет кожи, чтобы не быть смуглым, чтобы быть больше белым, вы понимаете? Если бы я и он поменялись местами, то нам обоим было бы легче. Поэтому знаете, что это просто неправильно. Неправильно обижать кого-то, потому что в другом месте вы можете страдать от того же самого. Я надеюсь, что вам было интересно. И я готовлю вам еще одно очень интересное видео, где я поделюсь с вами ошибками новых репатриантов. С моего опыта и моей точки зрения сегодня. Что если вы эмигрировали куда-либо из русскоговорящих стран, то расскажите мне ваш опыт. Как к вам относились или относятся? Если вы живете в русскоговорящих странах, то расскажите мне, как вы относитесь к эмигрантам в вашу страну. А если вы живете в Израиле, то расскажите мне, если вы солидарны с тем, что я рассказала. И давайте закончим это видео тем, что мы пообещаем друг другу, что мы будем жить мирно. Неважно, из какой мы расы, нации, пола или цвета кожи. И жду вас на моем инстаграме.